как ты начинаешь понимать, что почему в свое время я сюда не зашел? И надо было зайти сюда. Потому что, во-первых, как бы вам сказать, интересное и качественное место. Там, где продается мебель, которая еще и делается здесь же. Не просто разная мебель продается, а продается своя, наша мебель, которую делают для вас. Интересное событие, очень интересное событие. Мало того, есть специалист, который вам эту мебель соберет. Мало того, есть другой вариант. Вот вы сильно что-то захотели. Вам сильно понравилось, но денег не хватает. И вы не собираетесь, ну, хотели бы залезть в кредит, а не получается. А вот, допустим, по 23 тысячи или даже поменьше, или даже по 7,5, вы себе можете неторопливо все это дело докупить. И у вас получится то, что будет радовать и вас, и ваших вторую половину, естественно. Зайдите и посмотрите. Зайдите и посмотрите. Не хотите? Хорошо, не заходите. Просто посмотрите этот сюжет до окончания. Быть может, это будет удивительным, но я помню историю отношений. Все. Практически все. Мебель всегда в СССР стоила денег. Всегда. Но в Магнитогорске мебель делали. Да какую? За нашими Кларами стояла очередь. За стенками Магнитка она простиралась далеко за пределы Москвы. Самое забавное, что Магнитогорск ценился всегда. Особенно при Советском Союзе. Мы как-то умели делать многое. Я как-то делал сюжеты. Но все поменялось. Теперь о тех вещах, что я купил. Я бы знал, приехал бы сюда. Здесь не просто выбор. Здесь уникальность в том, что есть все. Еще более интересно, что в Вавилоне любят вас. Любят и все. Идеальные варианты вы можете купить в рассрочку. Но не совсем рассрочка, она немного другая. Ну, допустим, у вас кухня от 40 квадратных метров. И вы очумеете от цены за все. Хорошо, все. Но не за день, а за год. Потому что свое производство это делает. И через год у вас уникальность дома. О, как! А теперь о собственной боли. Она есть. Просто уроды. Просто. Типа кожаный диван. Но кожа только на месте, где вы сидите. Все остальное кожзам. Был бы как в моем любимом Линкольне, да цены бы ему не было. А этот весь рассыпается, весь и все. Кому деньги отдал, не помню. Помню, что после операции была. Такая реальная гнидость. Очень плохо. Ну и коты, естественно. Разодрали в пух и прах. А еще сыночек масенький делал масенькие дела. Ну и попробую отстирать. То есть за лет 19 событийного бытия много чего развалилось. Знал бы точку другую, а именно в Вавилон приехал бы. Было бы проблем меньше. Тут специалисты интересные. Не то, что вонючка при сборке стороны, по сути, мебели на кухне, так он продырявил линолеум в центре. И вопрос такой, где вы чудиков берете? Они даже дырки в новых обоях в евроремонте сделали. Это реальный абзац. А зная этого человека, я бы купил здесь. Это работа для вас, продажа есть. Но грамотный вариант – ваше удовольствие. Я не буду ничего говорить. Я просто посоветую при выборе мебели прийти в Вавилон. Как-то клево, да? Я еще раз говорю. Вот все делается для вас. Все делается четко для вас. То есть кредит сейчас вещь достаточно сложная. Но сэкономив, грубо говоря, и на папе, и на маме, на муже, и на супружнице денежки, вы неторопливо себе все это дело купите. И эта сумма ориентировочно в $1000 для вас будет разбросана
на целый год. И за целый год у вас получается идеальное место. А есть те вещи, которые в цене абсолютно все это дело недорого. Я бы вам рекомендовал заехать в Аквилон на Карла Маркса 204 и посмотреть, может, вам что-то понравится.